Я Муромец стоит. Раньше мы птицу. Давай на первое сиденье пройдемся с тобой, пока без назад не хочу. Может, тут подстань на него. Назовем его мертвыми шарами. Есть. Этот новый. Это человек, который много сделал. Ракетоносец этот назовем именем мертвыми шарами. Да. Это человек, который много сделал не только для Татарстана, но и для всей страны, для всего России. Ну и в сохранении завода, но сейчас позвольте, я хотел бы поддержать наше решение, выразить ему благодарность, потому что, конечно, завод находился в таком состоянии, что фактически стояла судьба его выживания. И Шарифович вместе с командой, тогда фактически программа 214 машина, помощь страны республики, если он в каком-то смысле, так сказать, дал вторую жизнь. Спасибо вам большое за это решение.